Будет ли рассматриваться вопрос о ходатайстве перед руководством страны о присвоении Сестрорецку города воинской славы? На эту тему много мы вели работу, писали письма, обращения на губернатора. Губернатор обращался на президента страны, он принимает решение. Но так как был большой вал обращений и в свое время, скажем так, к 70-летию победы эта тема была каким-то образом все-таки приостановлена, дальнейшее расширение. Но вот тоже буквально недавно разговаривал, вроде бы сейчас опять готовы принимать новые заявки. Я думаю, что мы без сомнения подадим новую заявку. Конечно, город Сестрорецк, который столетиями находился на передовой, и ни один вражеский сапог не ступил на его территорию. Это не только город-труженик, город оружейной славы, это город воинской славы, без сомнения. Все мы прекрасно это знаем, наши ветераны, и мы все вместе, поэтому нужно этого добиваться, без сомнения. Никаких нет вопросов, я думаю, что рано или поздно это произойдет.